И едем на голь, быстро. Я пойду сейчас. Ушел хил. Не надо мне бить дубиной. Да не, просто. Даже не твой. Я твой телохранитель. Вот видишь эту телку? Ты ее больше нет, нахуй. Давай я пока встану, поменяю, чтобы машина могут зайти. А за ларьки сколько дают денег? Друзья. Я стою, у меня музыка играет, у меня тут радио Гага Квин играет, и ты просто бьешь землю уже. Радио Гага. Зайди в машину. Или может в кино пока сходим, просто время сейчас позднее, мы в гольф не поиграем. Да, не да хот... что за говно? Все ударят другую машину, все другую. Кто не хочет какая-то, мало посмотреть. Того, я по твоей тачке ударил битый, так он залез в другой чул. Где полиция-то? Чем... Ричард, ты что делаешь? Я граблю, у меня денег нет, сейчас я граблю, погоди. Пойдем украдем вместе. А, я время коротаю перед тем, как в гольф поиграть. Я смотрю, тут магазин порно продается. О, а купить можно? Нет. Радио Гага. Я хочу посмотреть, как вы снимете. Что она будет с вами делать? А ничего она не будет делать. Да ладно, как? Будет сидеть просто рядом. Давай сейчас вас увидим, сейчас ночью. Вот это не шлюха? Нет. Просто таки на Гроув-стрит. Давай поедем на шлюху. Сейчас я поставлю. Да дал где-нибудь шлюхи, поверь мне. Вот хороший вот район. Вот здесь благотворный здесь для шлюх район. Вот здесь я снял шлюху, я поставил матку. Там вот какие-нибудь эти спидосные. Нет, они нормальные, секс. Это как в серии South Park. Разве лесбиянка могут спидом заходить? Ну знаешь ли, мы там такое можем. Да просто в серии South Park, когда там была пародия, что они открыли портал воображантию. Воображландию, что в таком духе. И там типа добрые герои были в одном месте, а злые герои в другом месте, как бы в аду. И типа они типа взорвали стену между ними, и герои и злые, они как бы стали вторгаться в другое. И там типа среди злых были такие зверушки такие веселые, типа там плюшевые. О, господи, я помню это дерьмо. А потом оказалось, что это что как бы герои Happy Three Friends. Да, и они такие. Ха-ха, давайте, это типа это такие, давай убьем его, такие. Не, это недостаточно это здесь, жестоко, вот здесь, братюнь. Здесь, вот здесь. Да, но ты увидишь шлюху, скажи мне. Я по твоей. Я видел там кого-то. Ну вот, и там очень я рассказываю историю про South Park. И они там типа, не, это недостаточно жестоко, давайте отрежем ему глазницу, потом поимеем его туда каким-нибудь спидосным ублюдкам. Ну, в общем, да. Развернись, назад, я видел. Туда одни нигеры, да только нигеров тут снимешь. Не, назад, едь, назад, просто по прямой назад. А куда она сядет, ты место занял. А, я выйду. Лишь бы посмотреть, как. Ты кого-нибудь видишь? Я никого не вижу. Нет, назад надо было, блин. Вот, налево едь, налево. Слушай, девочки Лос-Сантоса, только ванила юникорн, и не сводим женщин до состояния... Чего до состояния? Погоди. Окей. Рядом с магазином они должны стоять. Так, это не шлюха? Вроде нет. Она похожа. Едь чуть левее. Вот именно вокруг этого здания кружись, они появятся. Говорю, пока ты сидишь. Вот я здесь ее снимал. Вот здесь. Бомжи только. Бомж, блядь, что он тут делает? Еще одна. Ну, главное, тёлка. Кажется, это не тёлка. А давай я сейчас всё метку поставлю. Она мне показала, что ли, что-то? Блядь. Вот сюда поедь. Вы бы просто видели, как я сейчас упал. Чтобы все успело прогрузиться. И никого не дави. Я кого-то давил, что ли? Нет. Ну Юзи тогда подавил, тогда вообще никого не было на улице. Я даже сейчас на зеленый буду ехать только. Опс, не успел. О, шлюха! Назад, вон выходи, стоит! Выходи из машины. Ты веришь, что это шлюха? Я пойду проверю, может там просто... Мне кажется, просто какая-то... Да, это шлюха. Смотри, какая красивая. Сисек не видно. Блять. Ща. Я это все вижу, она подходит. Лара Крофт снимет сейчас. Так, погоди. Я вот медленно поеду в укромное место. Тихо, сейчас я тачку украду. Я вот тут недалеко, ты можешь не красть тачку. Я на завод заеду. Окей. Пошел.
Уверен, что... Да-да, она такая, чё хочешь? Я такой, да, подрочи мне за 100 баксов. Что? Не знаю как, но она сможет. Да, она сейчас нам не села, как будто я мужик. Ты видишь что-нибудь? Нет, у меня... Ты запускай еще раз просто анимацию и все. Да говорю, я она... Я вижу, как тачка трясется. Да, тачка трясется, да? Да, тачка трясется. Ну я вас сфоткаю. Просто их видишь. Она еще кричит. Она типа кончай меня кричит. Потом выберу что-нибудь другое, я не знаю. Что-то я не думаю, что у меня выйдет. Моя с покерфейсом сидит, типа, ой, я не знаю, что происходит. Но машина трясет. Да фак. У меня все закончилось уже. Ты тоже нашел шлюху? Ну да. У нее странное лицо у моей такое. Ладно, я сейчас еще раз закажу что-то. Я за 70 закажу что-нибудь, посмотрю, что за 70. Во, теперь анимация есть! Да, там только когда заканчивается анимация. Сейчас я опять заказал, тебе опять что-нибудь будут показывать? Нет, ты не показывай. Не показывай, да? Поехали, в общем, все отменяю. Черт. Я ее сейчас битый за это ебану. Вы вкидываете из тачки. Опа, ходи, блин. Давай просто лысый стоит рядом с машиной, она кричит такая, ой-е. Fucking come. А вдруг они вот, они профессиональных, они гангстерцы собрали, чтобы озвучить тут гангстеров в игре. А вдруг они также и с шлюхами, это какие-то порно-звезды на самом деле. Ну там и... говорили, что некоторые актрисы не понимали, кого они вообще озвучивают. Наверное, это вот этот тип. Ой-ой-ой. Спасибо, что ты пришла сегодня, но тебе кое-что нужно озвучить. Ты стоишь на краешке каком-то. Поплачу 300 баксов, понимаешь? Она такая, ну все, я мокренькая. Все, отстань. Мочи ее. Она поняла, что ты нас сразу мешал. Ой, бля. На. 194 доллара? Сколько ты ей заплатил? Ну столько я ей заплатил. Ой, что ты сбился? 200 долларов. Я ей заплатил 170 где-то. Садись в машину. Да ты не бьешь ее уже, у меня ты воздух бьешь. У вас прибавка в прибыли, я смотрю. Да, мы будем искать шлюху и избивать их теперь. Них деньги. Не то, что кататься на Андре шлюхи со стволами. Ну иногда да. Я тут тоже находил шлюхи со стволами. Что, бери их свой хитмейкер. А, здесь маркер. Юзи к нам едет. Да, Юзи найдем, его копнем. Просто. Уверен? А вдруг он сейчас поймет это и... О, чувак, наш уровень розыска повысился. Сверх одна звезда. Прячемся в стрип-клуб. Ой, да от одной звезды любой дурак. Внезапно Юзи объявил дуэль. Я приму. Ты знаешь, ты с кем связываешься? Знаешь, с кем связываешься? Ты мне кажется, нет, ты не пропал, сможешь. Что теперь будет? Да, я выйду, на. Ждаемо. Я вас верю. Ребятишки, развлекайтесь. Струс. У меня, кстати, парашютирование открылось на карте. Да, у меня тоже. Для полицейских задавил. Иногда ты задавил. С ним гонит и говорит, что самое сложное. Ты сейчас деньги не можешь передать хоть какие-нибудь? Типа. Сейчас проверю. Я убиваю его. Убил. Ну и чё это? Какой еще нафиг УЗИ? Я думал, это дуэль будет, а не автоматная огонь. Пушкина, что ли, вообразил себе? Да. Не дает деньги. Надо в открытую сессию зайти, я тебе тогда дам. То есть это закрыто, и здесь даже ничего не заработать нельзя? Давать нельзя! Потому что смысла нет, здесь уже все делится. Окей, ладно, я поехал тогда. Погоди. Дуэль-то не закончилась.
А, да? То есть она несколько будет продолжаться еще какое-то время? До 5 очков. Серьезно? Блять, прикинь, у тебя экран другой. Прикинь, у тебя там худ поменялся, блять. У меня патронов даже нету на это дерьмо, понимаешь? Да пипец, этот УЗИ уже. Че вместо маек нельзя поставить ничего. Ты просто стреляешь из УЗИ, и все патроны летят в. А у тебя че, ее нет, хочешь сказать? Да нету, она дорогая слишком. Ну, нищий, бро. Да просто с автоэймом, что тут интересного? Прицелился и убил. Все. Прицелился и убил. Если ты сейчас проиграешь, то автоим тебе не помог. Игра чуть плохо грузится, вон конец. Ну пипец, и все, и умираешь. Может, ты пистолет все-таки возьмешь? Нет? Да! Ха! Ты чем думал, когда дуэль мне ставил? Что я буду тебя пистолетиком битой бить-ка на пули идти на твои? Я тебя буду убивать жестко, я буду трахать тебя в задницу. Звучало, правда, жестко. Так главное, вначале выпрыгнул в одном месте, появился в другом. Ставь миссию тогда сюжетную. Я? Да. Сейчас Юзи только появится. А, он тут уже. В смысле? Чтобы поставить открытую... Нет, поставь сюжетную миссию как-нибудь. Вот Джеральд. Прыжок выполнен, вау, я какой-то прыжок выполнен. Джеральд, никаких проблем в описании, ладно? О, видишь, отличное задание, мне нравится. Сложно сразу ставлю, да? Утвердить настройки. Да, ставь самое сложное. Всех автоприглашений. Ну вот, все видно. Всех в данной сессии давай. Никаких проблем. Просто пишет такой хитман. Никаких проблем. Что-то не верится этому лысику. Че, начинаем? Нет, стой. Радио поменяю на выключить. Все отлично. Играем? Да. У меня всего 800 баксов. Не сказал да, ну ладно, я начал. Я сказал да. Юзи не сказал. Он сказал нет. Там можно говорить да? Иногда нет, надо. Ты сам говорил. Если ты говорил нет, то после этого нужно сказать да, я все уладил. Блять, но я понял, что ты уладил, так что едь. Да фак я в твоей тачке! Мы, наверное, ехали. Подъехали. А ты куда делся? Не знаю, вот моя тачка. Как Рома, твоя? Ты клонировал свою тачку? Да, не клонирует, игра клонирует тачки. Что гони на моей. А где моя? Да нахера ты в мою-то вмазалась, она чистенькая. Стой, а номера те же? А я на своей не ставил номера. Те же номера, да. Номера те же, окей, ладно. Вообще. Я на своей надо было через iPhone зайти, там номера поменять, да, там мне лень было. Едешь впереди, а я тут гранату вперед там кидаю. Не надо ничего кидать сюда на гранату. Отправляйте на стрелку, что-то я... Круто, мы с тобой как... Блять, Юзи, вообще я тебе гранату в кабину закину, нахуй! Да прикольно, потому что... Блять! У нас как будто машина группа как-то. Окей, пока-пока, ребята. А что за задание-то вообще? Отправляйтесь на стрелку, там никаких проблем не будет, что ли? Да, вон там никаких проблем. Да, отправляйтесь на стрелку. Мне не нравится, как она по-голливудски тормозит углом. Окей. Не смог я чё. У меня фара работает до сих пор. Не, фара не работает. Я на другом углу. Улетел. Блять. Куда он улетел? Как он так... ехал, не смог затормозить, и его вынесло нахер отсюда вообще здоровье. Ёбаный в рот. Что я разучусь водить сейчас. Я просто врезаюсь во всех. Они как появляются, врезаюсь в них. Слушай, я эту миссию реально не проходил. Я проходил ее. Она говно? Сейчас узнаю. Суть, что-то опять это место. Да, это миссии очень много дадут. Короче, очень сложная. Здесь, короче, убьют чувака, и нужно отомстить за него. Стой, только ты не подъезжай без нас. Взял, проспойлерил, все нахер. Все. Чувак.
Блять, что ты делаешь? Я вообще. Есть еще наклей, короче. Ой, что тут перестрелка что ли? Я в бронежилете. Какого хуя хитнул трусат? Он хитнул тогда. Иди, я иду вперед. Прикрой меня. Что к нам сзади подъехали? Рома, отойди назад. Отойдите все назад. Что значит отойдите все назад? Окей, все, норм. Верните товар. Товар верни кто-нибудь, подойдите. Чего, моей тачки нету, что ли, или она цела? Цела. Вернул кто-нибудь товар? Чего никто не вернул? Там люди какие-то стоят. Я что, вернул? Я тачку готовлю. Товар брошен. Все, это ко мне садись лучше. Задавился это. Не надо, не мсти ему. Там люди едут на машин. На больших машинах. Я знаю, мы сейчас сделаем петушами. Вот такой вот. Вот это звони врезаться. Че, че они меня достали убивать? What the fuck? Че такое произошло? Вы умерли? Все, что ли? Я не знаю, Гратун врезался. Почему она так лагала? Я не знаю. А нет, у нас еще есть жизнь. У меня есть еще жизнь. Китман, у тебя есть жизнь? А? Отлично. Я уже думал, что все, конец. Фигня какая-то. Не может быть, что у вас есть жизни. Что-то здесь нечистое. Вас подкупили? Мы вдвоем сдохли, мы поделили. Мы одновременно сдохли, и там осталась одна жизнь. О, черт, они чуть меня мочат прям. Поротые ребята. Извини, машина, мне придется стрелять по тебе. Потому что за ней прячутся противники. Я не специально. Где товар? Он в машине остался, потому что умер. Блин. Садись, веди, если что. Блядь. Мочу. Окей, это ты задавил. Я синематик камеру включу, случайно. Все нормально, гони просто. Сейчас мы доставим груз в Джерри, надо взять канистры и потом уничтожить... Че, такая много миссий, что ли? Много ступеней? Это единственная самая прикольная миссия. Него... Сколько за нее дают? Ну, не знаю, от 5 до 9к, как пройдем. А опыта? Опыт? Ну да, я не обращаю внимания. Да блин, опыт же самое важное. Но мы много убьем чуваков, так что там за неубийство опыт много. Там реально дохуя их будет, они будут спаунить. Блять, товар не у меня, мудаки. Другие. А мы сейчас приедем. Заюзи там. Только ты должен войти. Не, куда ты поехал? Там был вход до этого, нет? Там тоже можно было войти спереди, чувак. Сейчас погоди, я буду. Я в общем поменяюсь на водителя. Блин, да что за херня? Давай быстрей. Решай проблемы там. Смотри, здесь не было входа. Там был вход. А мне можно взять канистр? Как бы канистры, красные канистры, понимаешь? Машину стал заносить из-за того, что ей там все обстреляли со всех сторон. Она как жертва какая-то, ветеран уже. Да фак! Что-то Юти пошел разбираться, походу. Что-то тут там дохуя. Сейчас его кокнут и все, и он будет смотреть за нами из новостей. Сразу убегает. А нам как туда заехать? Сейчас заедет. Типа через бок? Не-не-не-не-не, объедь их. И вот едь еще налево. И с той стороны, которая ближе к той дороге, там легче наехать. Ну так? Да-да-да, едь. И вот тут поверни, и все, и вылази. Выходи сам. Хочу, чтобы машина осталась живой. Вот вам прикрытие, ребятки. Чё за хит? Долбоёб! Чё? Он сбил меня из-за этого! Чё тебе делать? Он чё, забрал канистру? Нет! Все, вы не пройдете эту миссию, он убил, у меня нету канистры, хуй вы эту тачку сломаете. Взял, блин, меня переехал, блядь, вот вам помощь. Я хотел машину подставить вот для прикрытия. Я хотел поиграть с друзьями. Да, не рассказывай больше. Олдман.
Лосантос. У тебя флешбеки пошли уже. Потому что ты играешь сейчас как он! Иди давай, Олдман, убивай тогда кого-нибудь. Сдохни, иди в бунду. Чёрт. Видишь, она пригодилась, блядь. Ничего не пригодилось, блин. Теперь нам, я не знаю, что мы теперь делаем. Да, правда, может быть, Юси подобрал все-таки вниз. Посмотрите. Жесть, как он. Он придется патронами. Что это было? Найс. Пропан взорвал. Две тачки можно пропаном взорвать. Остальные две нужно сломать так. Кто-то на велосипеде приехал. Видите этот велосипед? Они правда, они на великах пригнали сюда, такие странные. Пустая башка что-то там и про Юзу списал. Видимо, игра понимает все дело. Подозреваемый опять известен. Тут иногда какой-то вообще... Есть информация... А, да, опять. Информация тут из банды. Пустая башка и классные сиськи. Просьба чирлидер в Funny Girl начинается сегодня. Охуеть. День принеси свою... Слушай, там неподалеку оружие, я не знаю. Но мне канистру там, наверное, не продадут. Как и гранаты. Конечно, приколись, шестому уровню не дают, мне даже Лестер не звонил. Да. А мы можем прострелить бензобак, когда мы увидим, что из нее течет бензин. Тут ну нет, это как вариант. Это опять. Есть бензобак? Он нет. Внутри машины. Воу, ты, его даже если его не видно, его можно прострелить и будет просто течь бензин. Поджечь его? Да нет, ты... Видел, он не с этой стороны, он с другой видел, стороны. Что Юзи тогда с твоей тачкой сделал? Да я вот даже в своем ролике про неуклюжий Франклин, я там пробил бензобак, отъехал, поджег его, и машины все взорвались. Можно только у этих танкеров, ну, не да танк. Можно все, это и есть бензобак, а те говорят. Там придется так ее ломать. Да, надеюсь, отойди, мне не нравится, когда ты стреляешь. У меня была граната даже. Спасибо, Юзи, я тебя убью еще раз 15. Извини. Я правда тебя думал, я не предполагал, что маленькое касание тебя, ты подскользнешься и умрешь. Я тебе, блядь, потом буду касаться сколько раз? Это не нравится, то, что ты говоришь. Не нравится. Блядь! Ну, смотри. Конечно, а чё он... Блядь. Я 5 баксов его подобрал. Машина больше не сорвется. Чё, думал, что она? Не видел, что она горит? Она не горела нихуя, я не знаю, она просто взялась и взорвалась. Это разве возможно было? А Рома, справа, справа тебя, а справа. А тут сзади, сзади, справа, сзади, сзади. Справа чувак, тебя, справа. Черт, меня сейчас прикончит. Пис вообще. Опять оттуда же, оттуда же. Может пожрать и... У меня нету чего мне жрать. Он говорит, что моя мама шлюха. Еще бегут, вон, справа тебя, справа тебя, справа тебя. Че он через... Перелезает, сзади тебя. Сзади тебя, блядь. Был странно. А где он теперь? Он перелез. Он тоже перелез. Там, где горячая машина взорвалась. Он идет к тебе. Давай, придурок, перелезай. Справа тебя, справа тебя, справа тебя. Радар есть. А другой за забором. Другой думает, перелезть или нет. Да. Я здоровье восстанавливаю с тобой. Типа убери уже. Я их типа маню сюда. Вот тут разные фильтры можно выбрать. Прикольно. Да, там можно фильтр наносимость. Все, идут, идут, идут. Все, их вроде нет, иди, иди, иди. А нет, один чувак с пропаном. Не, идут. Под кличкой Гагатун. Они все спавнятся, что ли, тут? Тебе, наверное, поближе надо к машине. Дай, мадафака. Ты как? Он мне сказал, you как? Он хотел сказать, как сайкер, наверное, но сказал просто, you как. Алла гран пута. Справа тебя, справа тебя, справа тебя. Ты думаешь, что ты баба, тебе будут... Откуда трупы справа тебя?
что уже неправда. Все, иди машину взрывай. Иди машину взрывай, иначе я тебе ее взорву. Не, я вижу до хера людей. Если ты херню не страдал бы, возможно... Коля, вам еще две машины надо взорвать. Вот иди и взрывай. Слушай, shut the fuck up вообще. Ты сдох вообще. И у меня убил. Да они будут бесконечно идти, если ты будешь сидеть. Они не будут бесконечно идти! Ты нихуя не проходил миссию! Чё ты еще пиздишь? Молчи! Нихуя ничего не проходил! Жить миссию я проходил! Видишь, остался только один чувак тут на карте. Сейчас я его убью и смогу две машины взорвать. Да. Они будут, не будут. Можно всех убить. Я всех убью. Найс. Ну все, отойди подальше. В одиночку все эти миссии проходили. Отойди подальше, не так как я. Я стрелял чуть выше верхней части колеса, и она как-то взорвалась. Я походу в бензопак прям попал, раз она так быстро взорвалась, кстати, получается. Я внутрь машину как-то так пальнул, что она нахер рванула. Она реально моментально прям... О, во. С другой машины должен пропан стоять, иди. Там мудак какой-то стоит. Сейчас тебе после того, как ты его убьешь, тебе нужно будет убить главаря. Тебе надо быстро будет найти велосипед, подбежать и ебануть его. Он может застрять в стене, но... Блин, ну чё ж ты делаешь? Сейчас. Да обойди ты, хрен забей уже. Через ворота. Факен идёт, он ещё издевается. Там, да. Там чувак есть один. Чё за фигня? Один чувак есть. Там двое. Только где они? Забей его. Укрытие иди. А вон, за укрытием. Тут пропан рядом, чё-то мне это не... Вот стреляй в пропан. Всё, сиди. Сейчас посмотрю со стороны новостей, как это выглядит. Ой, норм. Убил гангстера, а тачка. Ой, рядом с тобой еще пропан, чувак. Забей. Все, иди вперед. Ни хера их не видно. Все, иди вперед, иди. Вперед. Я не вижу никого на радаре. Я даже. Присел, колесо взорвалось. С вертолета. Окей, все. Убил игрока гангстер. Еще один, вау. Меня даже на карте не показано. Ого, ёпта. Дурак. Вау, у него калаш. Да, только я его подобрал. Там пропан, вот, видишь, и убегай, выстрели и стреляй. Сейчас, я думаю... О, у меня калашника взял. Окей. Тебе сзади подходит. Я потихоньку, помаленьку. Он прям слева, Ром. Бля, беги. Ты похер. Сейчас убьешь и едешь к Джеральду. Че, машина не уничтожилась? Сейчас она сгорелась, она взорвется. Ищи транспорт. Вернись, проверь. Сейчас я на машине вернусь. Тем более там сейчас тебе надо будет убить главаря, так что... Еще не все. Да ты по... Вон, чутачка, которая меня убила, мои трусы там, блядь. На эти трусы меня выбить не надо. Так. Задавил, блядь. Я похож был на гангстера? Я был голым! А чё машина тут целая? Видимо, ты убежал и взрыв не прогрузился, я не знаю. Чувак не умирает. Тебе, походу, придется ее долбать. Окей, у меня патроны кончились. Долбай так. Стреляй лучше в переднюю фигню. Выйди и стреляй в переднюю. Ну, бампер. Нет, я верю, что там где-то бензопак. Можно переключиться прям, и мы на капоте будем камерой сидеть, и ты так смешно стреляешь, кулачок так поджало, и глазик поджало. Видишь этот хитман? Да, я вижу. Такая суровая, типа пиз. Не подъезжай так близко, Шелю. Ром. Не подъезжай так близко, блядь. Окей. Убей. Еди. Сейчас он на велике должен быть. На велике? Он что, упоротый? Ну он же убегает. Ну он же CJ. О, он спер тачку. Вау, не думал, что это бывает. Там где никого он нет. Там? Но... Окей. Он есть. Он есть, но смотри, он прикинулся, пригнулся. Что? Даже такое бывает, да. Я думал, мне кажется, он как-то не прогрузился. Он сейчас тупанет, я тебе говорю, он плохо играет. Что-то его он уже тупает. Стреляй в него. Все, хэдшот.
пройдено. Вау. И вы появились. И то, что ваши всякие ноги. Юзлисы сбивают людей. Говорю, 5000 дадут. А если один выполняешь... Седьмой уровень, детка. Давайте следующий интересный. Ты не заслужил этот уровень! Я тебя ща нахер понижу в этой игре! А кстати, было смешно, ты такой получаешь понизил. Wasted. Вот ты видишь эту хуйню, мне из-за тебя на 100 очков меньше дали. Я тебя буду убивать до тех пор, пока эти 100 очков не отыграю, блядь. Ну давай вот это. Не надо, пожалуйста.